о чем ты хотел со мной поговорить? Вижу, ты занятой человек, ирландец. Я могу послать тебе вещи, которые понадобятся, чтобы вести дела. Да, что, например? Все, что тебе нужно. Оружие, боеприпасы, взрывчатка. Я поставляю такие штуки таким, как ты. Тайно и по разумной цене. Поверь мне. Так. Не думаю, что тебе нужен отдельный чек. Боюсь, что нет. И как ты хочешь, чтобы я за всю твою фигню расплатился? Конечно же, контрабанда. У немцев самое лучшее оружие. Установки нацистов есть по всему городу. Тебе нужна серьезная огневая мощь, чтобы уничтожить их. Взрывчатка, например. Мои дельцы возьмут все, что ты сможешь оттуда вытащить. Немецкие офицеры — еще один источник контрабанды. Конечно, для начала тебе нужно будет их всех убить. У моих дельцов ты можешь выменять контрабанду на оружие, боеприпасы и даже на машины. У меня люди по всему городу работают без перерыва и выходных. Дай угадаю, чтобы вступить в ваш кружок по интересам, мне надо заплатить. Ну да, совсем чуть-чуть, чтобы покрыть мои расходы. Считай это инвестицией в твое будущее. Мой друг Пьер подкинет тебе пару-тройку вещиц для начала. И абсолютно бесплатно. Ему лучше успокоиться, пока его не заметили. Отлично. Смотри, он лезет по зданию. Хотел бы я знать, зачем нужно обстрелять орудие перед бомбардировкой. Его. Который час? Кстати, сейчас утро. Ой-ой-ой, ты в порядке, союзный? Я потерял своего мужа.
Честная работа. Чем было это все? Возвращает вам жизнь? Он собирается запереть меня в моей квартире. Неплохо, ирландец. Мне кажется, это начало очень многообещающей дружбы. Теперь можешь иметь свободно дела с любым торговцем с черного рынка.